народе говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Но не всегда получается встать рано, прибежать на море и посмотреть на то, как всходит солнышко, как начинается день. Это очень интересное зрелище. Поэтому сегодня как раз тот день, когда мы поднялись с утра пораньше, прибежали на море, снимаем видео. Восход солнца. Японию называют страной восходящего солнца. Почему? Потому что оно там сходит. Оно везде всходит. Оно везде просто всходит. С любого побережья. То есть Япония так расположена, что ты где бы не был в Японии, на Тихий океан смотришь, и оно всегда сходит с моря. Правильно. Выходит, вылазит из моря, понимаешь? Не записываю, поэтому слова подбирай. Аня, у меня философская... Программа. Я записываю видео. И сейчас ты со своим... И это доцент, кандидат наук. Кто куда вылазит? Пишу. И все. Солнце каждый день сходит. И начинается новый день. Входит и выходит, как говорил Винни-Пух. И замечательно выходит. Это было не осень. А, это ослик. Yeah. Это уже другая история, другое видео. Ходит мой Витя. Он серьезнее подходит к этому процессу. У него два штатива, две камеры. И он тоже снимает свой восход солнца. И думает о своем. Потому что у него свои мысли, у меня свои. Сядем пить кофе, поговорим, поделимся. Это хорошо, когда людям есть о чем поговорить. Красиво. Восход солнца. Ой, как красиво. Восход солнца. Доброе утро, солнышко! Солнце всходит. Красота! Это реально, нереально красиво. Супер! Волны. Ай-яй-яй. И еще одна волна идет. Вот эта волна идет. Это восход. Люди пришли, снимают восход солнца. Там люди. А там рыбачат, удочки. Тут все по-серьезному. Там, говорю, на волнорезе люди. Даже
на балконах отдыхающие повыходили. Они меня снимают, я их. Вот так вот. Какое прекрасное утро. Солнышко, здравствуй. Доброго ранку. Буэнос диас. Гутен морген. Начинается новый день. Волна какая. О! А станцуй танец, который мы учили. Давай. Раз, два, три. Пункт. 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 Два, три. Пункт. Раз, два, три. Пункт. Раз. Галочка занимается снятием восхода солнца. Солнце. О, какое оно сейчас яркое. Ну что, нравится идея? Я сейчас ловлю себя на мысли о том, что мне в кайф заниматься этими видео, фотографиями. И сразу так это, знаешь, так, как машина времени отмотала время лет на 40 назад. И очень часто вспоминаю, как мы с тобой, ты же всегда фотографии увлекался. И видеокамеры там у тебя, и все это такое в советское время было очень круто. Я вспоминаю, как я. Ой. Исполняя долг жены, садилась рядом, детей спать положено. Ты закрываешься в ванну, все завесишь одеялами. Я такая сижу рядом, сижу час-два, ты там печатаешь, проявляешь. Я такая, Вит, можно я пойду спать? Слезы на глазах выступили. А теперь сама от этого кайф получаю. Вход солнца снимал. Прибежал на море. Можно сказать, прибежал. Поставил два штатива. Не успел нажать. Обернись, посмотри, как надо снимать. Выглянул из балкона, голову вытащил, и никуда бежать не надо.
Вот так. Одни бегают со штативами, с камерами, а вторые просто мордяку высунули в балкон и снимают. И наслаждаются. Да, собака? Все, она не хотела, чтобы ты ее снимал. Я ее не снимал. Отражение восхода солнца в стеклах. Вот пиньончик. И в этих стеклах буду отражаться я, которая пришла снимать восход солнца. Да? Да. Мне надо крутиться, потому что ты вокруг меня крутишься. Вот так. А вашу маму показывают тут и там. Это супер. Ваша мама должна быть везде.